Ну и последний сюжет нашей программы, который посвящен туризму водному. Еще недавно им активно занимались ребята в Некрасовской и Левашовской школах. Да и среди взрослого населения района у него немало поклонников. К сожалению, у нас не нашлось команды, которая могла бы поучаствовать в областных соревнованиях по этому виду активного и спортивного отдыха. Но зато у нас есть свои люди в жюри. Главный судья соревнований – некрасовский нотариус Михаил Лебедев. Байдарки после старта. Без палочки. Он тоже должен держаться, Ибаев. Для других участников.